Краснофлотском районе Хабаровска, в лесополосе, недалеко от 10-й городской больницы, пару дней назад были обнаружены останки женщины. С установлением личности погибшей проблем не возникло. Следователи и сотрудники уголовного розыска уже знали, что это 42-летняя местная жительница. Место, где следует искать убитую, показал сам фигурант уголовного дела. Мужчина был знаком с жертвой с начала 2000-х. На протяжении 7 лет он жил вместе с матерью этой хабаровчанки. В 2008 году пожилая дама разорвала отношения с агрессивным избранником, а ее дочь поставить точку в общении с несостоявшимся отчимом не смогла. Время от времени она навещала 54-летнего мужчину. Отношения у них не ладились, однако, несмотря на ссоры, горожане не раз вместе выпивали. Очередное застолье, сопровождаемое взаимными упреками, произошло в квартире фигуранта в конце октября. Нетрезвый хабаровчанин терпел оскорбления в свой адрес и, когда достиг точки кипения, ударил женщину самодельным ножом. В ходе распития спиртных напитков причинил один удар ножом в область грудной клетки потерпевшей, от чего последняя скончалась. В настоящее время обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном и в отношении последнего избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина продолжал пить еще несколько дней, а тело все это время лежало в квартире. Когда же спиртное и деньги на его покупку закончились, он, наконец, решил избавиться от трупа и вещей погибшей. Останки нашли в пакетах недалеко от дома фигуранта. Зачищая собственное жилье, он избавился даже от кое-какой мебели. Когда в начале ноября к нему пришли родственники, пропавшие без вести хабаровчанки, ничего подозрительного они не заметили. Женщину искали ее мать и сын. Сотрудников угрозыска расследование тоже привело к собутыльнику дамы. Одурачить оперативников горожанину не удалось. Ранее злоумышленник 5 раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против личности. В частности, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев. Мужчина говорил следователям, он просто хотел, чтобы женщина замолчала. И когда это случилось, он почувствовал облегчение. Вспышки ярости и раньше не приводили ни к чему хорошему. В общей сложности уголовник провел в колонии 6 лет. Сейчас хабаровчанин арестован и активно сотрудничает со следствием. Мужчину обвинят в убийстве. С места происшествия Алла Баковкина, Юлия Рябцева и Павел Рогатин.